снова всем привет! С вами Олег Гудвин, мы проходим мануальную терапию. Вот до этого мы проходили заднюю леваду, так скажем, да, когда поднимали под колено чашечки, вот чуть выше, вот так вот, да? Тут можно сделать что? Продавить поясницу, вот туда, в ту сторону, да? И всю спину, вот с таким рычагом. Вот. Если сколиоз, то мы делали вот так вот, разворачивали, да, на себя, и при сколиозе продавливали тоже вот с рычагом. Но мне пишут там в Ютубе, в интернете: Олег, дай еще какие-нибудь приемы, еще что-нибудь есть. Да, их есть у меня много, еще там 128 приемов. Давайте разберем сейчас переднюю леваду. Для этого спустись назад чуть-чуть туда. Еще. Вот. Ну, примерно так. Еще, конечно, можно спуститься, еще чуть-чуть давай. Все. Выставляю руки вперед, прямые. Я хватаю теперь под локотки только сюда, чтобы не на локоть давить, а ближе. Голову опускаю туда. Ну, если не держишься, то можешь вот так себе. Можешь вот так себе держать, так легче будет. И также я продавливаю вот так вот спину. Если сколиоз, то заворачиваю на скорость, естественно, в мою сторону. То есть с той стороны надо растянуть, а сюда позвонки сдвинуть. И вот так вот использую рычаг. Интересно. Так, ну у тебя гибкость небольшая. Да, смотри. Нам тут надо кое-что еще показать. Давай, сдвигайся еще чуть пониже. Туда? Да. Все. Смотрите, ставим ногу повыше свою, чтобы его локти еще были выше. И горизонтально ее выравниваем бедро. Вот. Сюда клади свои плечи. Это подтянись, да. Так? Да. Вот так же получается, да? Продавливаем, видите, я колено вверх поднимаю, чтобы его продавить. Если сколиоз в эту сторону, да, то мы вернем в эту сторону. То мы вот так вот растягиваем, поднимаем бедро, да, и продавливаем его уже туда. Можно за предплечье подтянуть. Опускайся. Это второй способ. Третий способ более лайтовый. Например, ставим такую вот скамеечку. Ступенечку. Вот это выемка для головы, а сюда локтями. Клади локти сюда. Да, голову вниз. Угу. Ну, пока может прямые. Вот способ А. Это, соответственно, вот так вот прожимаем. Но здесь, видите, тут нету как бы рычага. Вот этого не получается. Но можно сделать усиление в сторону экстензии. Экстензия, как мы помним, да? Это разгибание назад. Значит, смотри, уплечься теперь в лоб. Вот так вот. Не, руки тут лежат. А, здесь же. Локти здесь, упираешься в лоб. Вот, мы помогаем ему и можем увеличить лордоз таким вот образом, что вот рычаг у нас через лоб идет, видите? И дальше проходимся по спине. По спине можно походить в эту сторону ладонь, либо в эту сторону. Вот вы осисты, отростки не трогайте, они ложатся вот так вот в эту ямочку. И усиливаем теперь. Теперь руки вот так вот поставь. Так же на этой? Да, если получится. Получается. Но если не получается, можно на столе сделать. И также в лобики мы упираемся и раз, раскачали. Раз, два, ну я только демонстрирую. Два. Раз, два. Все, убираю. Вот, сейчас мы это отработаем друг на друге, а дальше будет интересная техника в позе сфинкса. С вами был Олег Гудвин.